дети, которые учатся сейчас, вы все прекрасно знаете, какие проблемы были в стране. Среди них очень много нездоровых. Учеба – тяжелый физический труд. Я помню, что те вот ученики 80-х годов, они могли какое-то делать усилие. Ну, как вот раньше студенту. Сколько вам нужно для того, чтобы выучить китайский язык? А когда сдавать? А вот сейчас такой вопрос студент, наверное, не задаст. Вот, по крайней мере, вот здесь. У него нет сил. Просто элементарных физических сил. Потому что, по-видимому, в детстве где-то что-то не доел. Где-то там не докормили. Родители бегали, искали там вторую, третью, четвертую, пятую работу, чтобы просто семье выжить. Им очень трудно. Поэтому вот был фильм о детях послевоенных «Подранки». Вот «Подранки», вот эти тоже «Подранки» на сегодня. Те, которые здесь, их, среди них довольно много таких. Именно «Подранков», «Подранки перестройки». И вот это надо понимать. Кто такой педагог? Где-то водитель, если дословно перевести. Ну, как мы можем их разделить-то? Это неделимо. И то, и другое. В принципе, педагог и воспитатель, вот, другое дело преподаватель, вот тот, кто дает. Ну, а в таком случае, ну, давайте поставим магнитофон и включим. И пусть он там крутит и начитывает. Однако же пытались, не получается. Личный контакт нужен. Личный контакт необходим, просто потому, что мы люди. Я же говорю, город небольшой. Многие прошли через это учебное заведение. И по-человечески на самом деле приятно, когда видишь сложившуюся судьбу, сложившегося человека, он подходит. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Помнит, как зовут. Вот, и видишь по глазам, что ему приятно. Здесь я лучше начинаю понимать вот эту жизнь, которая сейчас происходит. Они приходят, общаются между собой, они на улице общаются. А я, вольно или невольно, оказываюсь в их среде. И это мне позволяет немножечко даже видеть, что будет завтра. Завтра эти люди встанут на мое место. Завтра эти люди будут активно в обществе что-то созидать или наоборот, что-то разрушать. Я должен понимать, кто это такие. Потому что я живу в этом мире, и мне хотелось бы, чтобы сосед у меня был рядом приличным человеком. Храм родной, потому что 16 лет назад в этом храме служила на клиросе певчей моя мама. Мы стали сюда приезжать. И вот во время службы такой вот был промежуток, когда отец Владимир, протоиерей Владимир Семихин, он меня берет за руку, я поднимаю глаза, он говорит: «Пойдем, Юра». Отводит меня на клирос и говорит: «Вот здесь ты будешь сейчас находиться. Вот тебе такое благословение». И вот уже 17-й год я это благословение вот исполняю. Храм, вот как его жители Дмитрова построили, как его осветили, так молитва в этом храме не прекращалась вот до сегодняшнего дня. 41-й год, 5 декабря, когда немцы подошли непосредственно, вот они рядышком тут стояли, отцы, деды, сыновья на фронте, остались здесь женщины, дети малые, и пришли на молитву в этот храм, совершалась литургия. В это время немцы обстреливают храм, снаряд пробивает стену, разрывается. В храме остались следы этих осколков. Они не прерывают литургического служения, они молятся. И то, что они приняли смерть мученическую в этом храме, ну, мы веруем, что, наверное, это вот все-таки милость Божья. И эти люди похоронены здесь, в ограде храма. Большая икона преподобного Серафима находится сейчас у нас в алтаре.
и несколько осколков так и остались в ней. Жизнь человеческая, вроде она и длинная, она ведь совсем короткая. И как вот, имея вот эти две ноги человеческие, устоять вот на этом камне, чтобы с него не свалиться, и простоять-то ведь недолго, по большому-то счету, недолго простоять. При крещении мы ведь встаем в ряд воинов Христовых. То есть, собственно говоря, мы присягу принесли. А слова-то эти, они ведь сказаны Богу. Кому-нибудь еще. Сказано отцами, помни час смертный. И вот если будешь в разуме, вот Господь, к примеру, даст такое испытание, принять смертный час вот в разуме, тогда ведь врать-то некому. Когда я встретился со своей будущей вот, женой, с которой вот уже в будущем году будет 30 лет, как мы поженились, слава тебе, Господи, вот тоже ведь, в принципе, чудо. Вы понимаете, вот, что так произошло? Я думаю, по милости Божией вот мы как бы друг друга нашли. Вот. Ну, она ведь тоже, наверное, была такая же. Вот. Отличница с красным дипломом институт закончила. То есть... Главное вот было в то время честно работать. Вот исполнять честно то, что тебе дано. Честно, вот как бы для себя, чтобы ты видел, что вот я сделал это, как надо. Что мы сейчас видим? А мы видим то, что у нас рождаемость крайне низка, смертность превышает рождаемость. Какие причины тому? Только ли социальные? А может, что-то внутри все-таки не то? И одна из причин, я полагаю, это потеря вот своего религиозного сознания. Даже не национального. Вот чем мне, например, импонирует тот же Чаадаев. Казалось бы, вот, ну, все считали, что он там и против России, и такой по одному из писем философских. А потом другие нашлись письма, да? А ведь он сказал очень честно однажды такой вот, такие слова, что... Я хочу в Царствие Небесное прийти не через Родину, а через истину. Когда пришел срок очередных выборов в Дмитровский районный совет, я обратился к архимандриту Роману, настоятелю Борисоглебского монастыря, а ныне епископу Серпуховскому, владыке Роману, за советом. Стоит ли это делать, стоит ли мне баллотироваться. И владыка Роман сказал, да, да, вот ты должен пойти и исполнить то, что тебе предложит Господь сделать в этой жизни. Церковь всегда благословляла людей, находящихся в миру, именно на активное делание добра. Что я и пытаюсь исполнять. И за что, конечно, я понимаю, я буду нести ответственность как перед своей совестью, так и перед Богом. Мы же люди, мы живем на этой земле, вот в этом теле мы живем. И, конечно, наши, мы любим свою родину вот просто по-человечески. Да, мы пока не достигли, даст Бог, вот, чтобы достигли небесного Отечества. Вот. Но в этом-то Отечестве... По своему человечеству, конечно, душа-то болит ведь. Потому что вот не можем мы так совершенно абстрагироваться абсолютно от этого. И православное воинство, даже если вот говорим о защите Отечества, ну,
Когда она не стояла-то крепко, православная? Всегда, вспомните, переломное, страшное время, 1380 год, Куликовская битва. Кто выезжает на единоборство? Полки дрогнули, выехал. Челубей, по-разному в транскрипции, можно сказать, чемпион вот той орды. Огромный, вот по описаниям, огромный мужчина там на богатырском коне смеется русским ратникам в лицо. Говорит, ну кто сможет выехать? Ну что вы можете? Кто выезжает? Монах. Монах, которого преподобный Сергий Радонежский дал Дмитрию Ивановичу Донскому. Александр Пересвет. Не чудо ли, что монах в монашеском облачении обычном, вдруг вступая в единоборство с этим витязем, заслуженным воином, как бы еще это назвать, и оба погибают. Да причем ведь дошло до нас, что Челубей-то упал с коня, а Пересвет мертвый вернулся в свои ряды, сидя в седле. Вот русский воин, то есть, казалось бы, монах, устремленный к небесному Отечеству, а в этом теле, на этой земле, вот в этой жизни, исполняя завет Господа, кто душу свою положит за други свои. Вот он до конца это исполнил. И он нам примером, он рядом с нами. И если мы можем как-то в своей жизни там бегать по своим дорожкам, куда-то уходить, но ведь это-то никуда не денешь. Это-то стоит. И как бы мы, допустим, внутри, в себя, там, в свою клетку внутреннюю, там, или в какие-то аудитории, куда как бы ни прятались, мы, я ведь все равно, вот я вот это, я знаю, по крайней мере, я это ощущаю, что однажды придет это время, когда я встану лицом к лицу с этими людьми. И что тогда я скажу?